самую совсем небольшую коллекцию пони. У меня есть несколько аксессуаров и есть один набор. И сегодня я покажу их вам. Первая категория пони – это земные пони. Первая пони – это Applejack. Она такого рыжеватого цвета, и волосы у нее соломенные. Кочемарка у нее три красных яблока, и глаза зеленые. Следующая пони – это Pinkie Pie. У нее розовые волосы, голубые глаза, и она тоже розовая. И кочемарка у нее три шарика, два голубых и один посередине желтый. Вторая категория пони – это пегасы. Первый пегас – это Honey Race. У нее большие крылья, которые у нее съемные. Они у нее розового цвета, и у нее узоры с голубыми блестками на крыльях. У Honey Race кутимарка две желтых молнии. Сама она розовая, и волосы у нее оранжево-желтые и желтые глаза. Второй пегас – это Rainbow Dash. Она голубого цвета, и у нее радужная грива. У нее розовые глаза, и по всему телу у нее молнии. Третья категория. В этой категории есть только одна пони. Это Alicorn. И это Twilight Sparkle. Она фиолетового цвета, и у нее фиолетовые глаза. Кьюти-марка у нее розовая такая звездочка и пять беленьких звездочек. У нее это проходит по ножке и на глазике. Волосы у нее розово-синего цвета. И она Alicorn. Четвертая категория, тоже в ней есть одна фигурка, это поп-пони Applejack. Это как конструктор, она рыжая, кьюти-марка у нее три красных яблочка, зеленые глазки и соломенные волосы. Она разбирается, у нее снимается грива и хвост. И также у нее разбирается тельце. Пятая категория пони – это поделки пони. Это первая, это маленькая единорожка из первого поколения. У нее голубые глазки, фиолетовый рог и розовые волосы. Вторая пони – это тоже первое поколение. Она розовая, волосы у нее тоже розовые, с блестяшками, голубые глазки, крылышки голубые и кьюти-марка у нее три цветочка. Потом подделка Nightmare Moon Alicorn, и у нее тут есть дырение, но она все равно подделка. И четвертая подделка пони, она последняя, и она голубого цвета с фиолетовыми глазами. У нее в волосах блесточки, и волосы сами цвета зеленого цвета и красного. Кьюти-марка у нее три яблочка. Также у нее это проходит по всему телу. Потом это из одного набора такой вертолет. У него тут открывается дверь, и чтобы пони встала, у них есть копытах дырение, и тут вот такая вот палка есть, чтобы они вставали и не падали. Потом тут, когда крутится этот цветок, крутится и пропеллер. Он весь в цветах, и у него внизу есть подковки, такие вот узоры. Следующая категория – это блендбеги. Первый блендбег – это Свити Белл. Она маленькая единорожка, и она белого цвета.
у нее зеленые глазки. Волосы у нее фиолетово-розового цвета. Следующий блондбек – это принцесса Селестия. У нее такие радужные волосы. Кьюти-марка у нее солнышко. Она ликорн, и у нее корона, и есть туфельки. Следующий блондбек – это принцесса Кейденс. Она розового цвета, крылья у нее фиолетовые, и тоже радужная грива. У нее корона, розовые глаза и такое ожерелье, и у нее есть тоже туфли. Потом из блондбеков идет Флаттершай. Она пегас, у нее розовая грива, зеленые глаза, и она желтая. Кичемарка у нее три розовых бабочки. Потом идет опять Флаттершай. У нее чуть-чуть посветлее оттенок розового, и у нее зеленые глаза. И Кьюти-марка 3 розовых бабочки. Потом идет Искорка. У нее фиолетовые глаза, фиолетовая кожа. И Кьюти-марка у нее такая звездочка и несколько беленьких, одна розовая, и у нее грива такого голубо-розового цвета. Потом Эпплджек, у нее соломенные волосы, зеленые глаза, и у нее кьюти-марка 3 яблочка, сама она оранжевая. Потом идет Пинки Пай, у нее голубые глаза, розовые волосы. У нее кьюти-марка нет, но должна быть 3 шарика. Один желтый, а два голубых. Потом идет Скуталу. У нее бордовые волосы и сама она оранжевая. У нее фиолетовые глаза, она маленький пегас, и у нее маленькие крылышки. И последний блондбек – это Пинки Пай. У нее волосы розовые, кьюти-марка 3 шарика, и она розовая, и у нее голубые глаза. Следующая категория – это аксессуары. Первый аксессуар – это вот такой вот оранжевый чемодан, и на нем нарисована Пинки Пай. Также он открывается. Потом расческа от Night Mermoon из Арины. Она голубого цвета и в розах. Потом расческа оранжевая от Rainbow Dash. Потом идет такой каталог от Twilight Sparkle. Потом тут 3 таких штуки. Это облако, молния и сердечко, которое можно цеплять на вот это вот пони. Потом еще есть такая передвижная штука, на которую можно вешать вешалки. А на эти вешалки можно вешать вот эти 2 юбки, которые одеваются на пони. Потом идет такая шапочка, у которой есть такой пропеллер. Потом ожерелье от Эпплджек, у которой вот это вот яблочко снимается. И последний аксессуар – это ожерелье Twilight Sparkle. У нее тоже эта штука снимается. Аксессуары закончились.